Именитый продюсер Яна Рудковская стала жертвой телефонных мошенников. Пока Яна вместе с Димой Биланом была в Лос-Анджелесе на съемках клипа, злостные аферисты названивали родителям и мужу и пугали их новостью, мол, Яны больше нет в живых. Такое событие до глубины души потрясло ее родных и близких, но, слава богу, все обошлось. Сама Рудковская не очень хочет комментировать эту ситуацию, но то, что злоумышленники нанесли несравнимый ни с чем удар на психику ее близких, скрыть невозможно. Не расстраивайся, Яна, куда ж мы без вас с Димой.